Садоводы и огородники Красноярска выставили плоды своей летней работы на площади Свердлова. Это ярмарка «Добрая традиция Красноярска», ей уже больше полувека. В этом году тема конкурса «Универсиада». В мероприятии участвуют горожане, садоводолюбители, воспитанники детских садов и школьники. Наш корреспондент Елена Садкеева также посетила ярмарку. Чем кормили и что показывали, смотрите в сюжете без комментариев. Нами можно сфотографироваться, угоститься пирожками, пироженами, торты у нас, компоты, соленья, варенье. То, что растет на огороде, то, что любим делать. Вот. Здесь необычные есть предметы, вот эти тыквочки декоративные, очень интересные, выращенные на огороде. Показывают свою культуру за лето, что выросло в огороде, что нового за летний сезон. Хвастаются между собой, обмениваются опытом, у кого какой цветок вырос, у кого большой, у кого маленький. Вот. Конечно, это замечательно. Это символ Красноярска. Что для Параскевы Пятницы и Юлайка. Они выложены из различных круп. Это маш, горох, фасоль. Почему нам такая идея пришла, девочки? Потому что победа должна быть красивой и вкусной. Такие ярмарки в Красноярске проводят регулярно. В эту субботу пройдет продовольственный фестиваль на Удачном, яблочный спас в Кировском районе и мини-базар в Советском. А в конце следующей недели товары у огородников можно будет купить в Железнодорожном, Кировском, Ленинском и Свердловском районах. Полюбоваться на цветы предлагают в центре. Там, в сквере Пушкина, в следующую пятницу устроят цветочную симфонию.